Ту-ту-ту. Civil War 3, it's going down! That's it, new kid. We're gonna rip you apart! Всем привет! С вами Вурбет, игра под названием South Park The Fractured Butthole, которую мы продолжаем проходить. Остановились ровно на этом моменте в прошлой серии. Я обрезал ее. В этой серии буду часто говорить, что нужно бы серию обрезать, говоря о прошлой серии, в которой должно было быть около 60 минут, даже более того. Но я это сделал в конце прошлой серии, я там это объяснил. И вот, в общем, с этого момента игра начинается, поэтому я вас предупредил, короче, почему я там буду давать комментарии по поводу обрезания серии, потому что это раньше была одна серия. А это получается типа что-то 16.5, но как бы 17-е. Вот, тут будет много эпика и всего такого, но типа не буду спойлерить. Смотрите, приятного просмотра. Погнали. О, боже мой. Шуб-Нигурат? Ты дебил? О, боже мой, вы что? О, черт. Black goat of 1000 morbid young, draw down the moon and extinguish the sun. Какого? О, черт. Что это за хрень? I guess because cops feed African Americans to an elder god, they're racist. Что? Shub-Niggurath is an outer god who must be appeased and whose coming was foretold by the great H.P. Lovecraft. But I suppose H.P. Lovecraft was a racist too. Oh fuck, was he really? Like how racist? Really? Yo, it's my homeboy! Get me the fuck up out of here! This thing's completely right! Let's end it! Alright, you kids wanna battle? Let's do this! Так, вот. Фу, блядь, чувак! Отдали Шуб-Нигурата, блядь! Долбанулись, что ли? Мистерио оставляю, вот Вика... Чё он там делает-то? У них, да, офигенная штука. Контейнер мне не особо нравится, на самом деле. Кто у них там охеренский-то был? Давай Картмана, типа, что в компании? Твика оставляю, потому что у него ульта хорошая с Крейгом, типа. Хотя можно кого-нибудь другого взять. Кедром, нет, давайте оставляем так. Давай. Посмотрим, не получится, изменю, загрузимся. Don't forget the mission. We have to get you-know-who out of here. Okay, chuck another one in. Oh, fucking hell no. А черт, он съел белого, да? No, the all mother can't stand white meat. Ох ты ж, блядь. О, черт, какого хера? Серьезно, что? The all mother demands black flesh. Скормить Шуб-Нигурата белое мясо. Who wants the first cut? Kill the unbeliever! Show no weakness. А, черт. Your death will please Шуб-Нигурат. Так, ну нам нужен Мистерио как раз. Дайте мне сначала Картмана, да, я Картмана отвожу. I have a really good feeling about this, guys. Так, стоп, сейчас, я думаю. Ну так вот я делаю рывок. Я обхожу его. Так, я хз, что ты сможешь сделать, чувак, честно. Просто такой. А здесь ближайшего сожрает этот дебил. 9. Сколько у него хп? Вы что, долбанулись, что ли? Почему не так много хп? Вы что, мать вашу? Так, и вот твой черед, чувак. Ты должен сделать вот так. No mercy. Красава. It's only gonna get worse. Man, I could use a little help there, right? Пропускает ход. Crap. This is for scrambles, you bastards. А, это он умирает. Надо убить именно. О, черт!
Какого хера? Ты куда уполз? А какого... А ч... А что? Вы чё... What the fuck? Не, стопы, я так не договаривался, чё за нахер? Окей, допустим. I'm not your worst nightmare. I aspire to be. А ты можешь толкнуть их вперед? Так он их только отнесет назад. Вот я мог бы, если встать вот сюда, вот куда-нибудь, я бы скормил ему что-нибудь. А так я хрен что сделаю. Это плохо. You practice that move in front of the mirror, Mysterion? Как его убивать-то, вы чё, гоните, что ли? Nice try. Maybe we can extinguish the sun before I bleed out. Step aside, coon friends. Daddy's home. Вообще хз, что делать? Там яйцо рядом со мной, но ебанет же. Ну ладно, попробуем. Ну, походу, эта серия у нас будет последняя. Я пока не знаю, что дальше будет, но... Пока хз. Меня злинит? Нет, только по кресту идет, я понял. Яйца можно их отталкивать, я понял. Проблема в том, что я не умею толкать. Вот чем вся херня. Меня в этом не предупреждали. Я думаю, я отойду подальше. И рисну сейчас. Так, отсюда не рисну, я понял. Вот отсюда я рисну. Подъем, Твик. Ты нам еще нужен. А чё так мало хп ему дали? Захавай что-нибудь. Малое. Особенно вот это жри, большая порция. Так и то. Отлично. Угу. Замечательно. То, что нужно. Today you cross paths with the wrong immortal fourth grader. You're kind of a fucking downer, Mysterion. Да какого черта, так нечестно? You're the disease, and I'm the king. Ты умеешь толкать в итоге, Картман? This might sting. Try not to slip on your own guts. Ага, так это работает. Я понял. Как мне его убивать-то, не понимаю. Нужны способности, надо было брать чуваков способности, которыми толкать получается, правильно? За счет Мистериона, получается, мы так можем это все делать. Толкни сейчас Картман, да? Не, не толкнул, не толкнул. Может, Картман слишком тяжелый для того, чтобы толкаться. Так, окей. Так, я не прожимаю пробел, чтобы не убить. Вообще в минус просто. А как мне убивать-то? Во, во, он жрет белых и дамажится. Все, понятно, понятно, работаем. Пора работать. Плохо. Что? No, I will not let you bring harm to the goat with a thousand young. I'm here to protect thee, my queen. Что, блядь? О нет, нет. Какого черта? Better run, говорит. Ага. Как я вам better run-то буду? Make way for king. Окей, допустим. Так, не надо валить нахер отсюда, я понял. Я даже ход попущу, наверное. Сделаю кровотек, наверное, и шоковую, да? Вот так вот, уж два кровотека сделал.
Я защищен Картманом, получается, еще. Так, Квику надо спастись просто как-нибудь. Но он никак не спасется вообще абсолютно. Вообще абсолютно не спасется никогда. Дерьмо. Ладно, давай тогда. А, блин, время-то идет. Мистерион сейчас ходит? Я успею? Мистерион, ходишь? Блять, не Мистерион. Быстрей. Так, быстрее, Мистерион, ходи. Мистерион. Мистерион, быстро. Мистерион, быстро. Мистерион, у нас мало времени. Отлично. А идет шаг Нигурат, идет сейчас или что? Бляха, во время атак мне не идет. Он сейчас выйдет, получается, рыжий, сука, его не сожжет. А, дерьмо. Так, нет, не катит. Так, аннулировать ход врага. И он остается на месте, получается, еще. Замечательно. Все четенько. Шап Нигурат атакует. Угу. Ага, яички. Но после атаки он не жрет, получается. Жрет он сейчас. This is my time. Угу. Угу. Даже не знаю. Вот хоть тебя не знаю. Давай вот так сделаем. Сложненько. Тут надо прям думать, как толкать. Я только один раз его ударил, получается. Нужны чуваки, которые умеют толкаться. В общем, вся проблема. И чем больше он съест белых, тем больше он урона получит. Правильно же получит? Я понимаю. Так, а я могу риснуть этого? Куда делся Твик? Во, кстати. Давай юзнем, почему нет? Давно не юзали, кстати, эту херню. Ну-ка. Right. Угу. Угу. Так, ход Мистериона теперь. Мог бы я ему сделать... Я могу... Чашка кофе есть какая-нибудь у нас? Как в первой части, нету? Нет, нету. Окей, ладно. То, что нужно. До свидания. Так, еще два раза надо ему скормить. Двух белых. Сначала пережить, потом кормить, я понял. Я потом ЕОС. Wow, I'm almost impressed. В смысле, almost? Ты офигел, что ли? Так, я встану стеночку, чтобы меня точно никто не мог толкнуть, и рисну-ка я этого. Давай. Играй. Угу. Мне нужна его ульта. Чтобы они друг на друга шли. Он воскрешен чисто ради ульты. Все, не более того. Только ульта. И, собственно, все. Яой! Два раза за серию, ничего себе, да?
Има даё. Забавно. What in love? What in love? Yeah. Time to spread some rabies. Так, Картман не спасается, получается, тоже, да? Нет, спасается. That's an attack on my religious freedom. I thought this was America. Мистерин спасается. Все четко. Ждем. Просто ждем теперь этого Нигурата. Нельзя, чтобы они ходили. Ждем вот эту фигню, когда заполнится. Он бьет. Добивает одного, убивает нашего. Ставит яйца. Охот за Мистерина продолжается, кстати говоря. Прошу за... Нет, не продолжается. Окей. Окей, он не продолжается. Это грустно. Так, а еще мы раз можем вызвать Джимба, например, да? Нет? Джимба не можем, можем использовать Моисея, чтобы всех исцелить. Так, мне нужно сдвинуть их в ту сторону. Ой, не прожал. Че ты сразу-то атакуешь, так нечестно? Лучше бы ты атаковал после Мистериона. Что за черт? Так, Мистерион пройти не может, да? Плохо. Пни-ка его в меня тогда. Нет. Лучше вот так вот, чтобы я встал здесь. Так, окей. Два хода. Единичка. Блин, а Мистериона заденет яйцо, да? Нет, стоп, он хотят Мистериона, все, окей. А, меня заденет так от херны. А вот так не заденет. Да, окей, сойдет. Okay, admit it, but Lord, you got some potential. Угу. Яйцо взрывается. Он отлетает Мистерион, отлично. Опять ты. Встань в угол. И ресни. Трика. Блин, сложно, сложный бой на самом деле, прям жесть. Я даже не знаю, как быть в этой ситуации проще. Нужно там подбирать определенных персонажей, которые помогают после этой херни. Так. Исцелить надо кого? Только его, если, да? Уходи в угол тогда. И исцеляйся сам. Хавай. Может быть, следующий удар ты переживешь, я не знаю. Угу. О! Так, твоя очередь, Мистерион. Ты должен его отбить направо и встать на его место. Так тоже, кстати, двигаешь, да? А этого ты не до конца двигаешь, окей. Так. Так, я думаю. Press the attack while you still draw breath. God damn it, Mysterion, would it kill you to be a little more upbeat? I doubt it. Так, окей, все. Этот умирает. Этот тоже. И даже яйца все сохранили на месте. Отлично. Последний белого осталось кормить. Последнему белого. Дерьмо, они нас прям сдвигают жестко. Не катит вообще. Я мешаю, да?
Вот жалко, нельзя сменить сразу ход. Sweet. Sweet. Someone's ready for their spin-off in Turkish markets at least. Так, себя я спас, окей. Остались эти два дебила. Так, ты окей. А вот с тобой... Ты опять сдохнешь, чувак. Ну, что я могу сделать? Ничего не сделаю. Блин, я не прожал, но пробил даже. Надо было вниз вести, так бы он мог успеть еще спастись. Но он уже все. Покойничек. Твик. Твик постоянно огребающий люлей, который... Немножко поздно, да. Блин, я не знаю. Типа, ну я могу спасти его, на самом деле. Нет, не могу никак, вообще никак. Так, я могу помочь так, хотя бы этому успеть. Хотя бы так, хотя бы так. Хоть что-то успел сделать при своей очередной смерти. Странно, Мистерио у нас живой, а Твик умирает, он заменил Кенни. Какого ч... Во. Теперь нормально. Яйцеблёв долбанный. Ща кормить тебя будем, не ссы. Белым мясом. Мог бы я еще его обойти? Как-нибудь так. А я никак его не обойду. Дерьмо. Мне нужно яйцо как-то сбить. Яйцо могу сбить только своим ходом. Так, ну мне в любом случае нужно пройти в ту сторону. Поэтому я думаю... Какой там был удар-то? Вот этот? Вот так вот, я встану на его место. А потом кого-нибудь там и создавшегося перенесу. А, это просто притягивает, что ли, к себе? Вот этого я не знал, честно. Это херово. Это очень херово. Это неудобно. Действовать так вообще неудобно. Надо кого-то сдвинуть. О, не того не нажал. О, черт. Ща накормим щупальца. Успокойся, все хорошо будет. Не переживай. А, он сам отошел, дебил. Окей. Да хватит бить моего Кенни. Кенни сегодня живет. Кенни не будет умирать. Так, окей. Пропуск хода, что делать? Да, ничего не остается. Картман толкнет, но Картман выживет, по идее. Мне мешают эти яйца просто. Ну да, по одному хп так. Нормально. Можно еще вот так попробовать, кстати говоря. Я не нажимаю. Отлично, кстати говоря. Замечательно. Картман красава, смог что-то сделать. Есть. Убит. Сука, очень долгий бой был, да? О, черт. Победа. Одежда мумии, костюм. Невиданная ДНК. Вот она, я думаю, будет крутая. Мастер разрывания времени. Самый опасный преступник Южного парка. Ну окей. Окей. $100 ага. What's going on? Where are you taking that cat? Oh, yeah, sorry, Freedom Pals. There's
certain intel we have that we can't share with you. You know, it's classified. That's because we've been tricked. Ah, fuck. The new kid played us, Freedom Pals. Wanting to join our side was a ruse. What? Yeah, the new kid kinda totally fucked you guys over, sorry. They followed our lead to the police station and now intend to get a $100 reward for that missing cat. Well, all is fair in love and war, Freedom Pussies. Freedom Pussies. You assholes! We're the ones that stopped the police chief's evil plan! We deserve that $100 reward! Oh yeah? Just try and take it from us! Да мы в команде в одно задолбали, все вместе. Civil War 3, it's going down! О боже. That's it, new kid. We're gonna rip you apart! No, Mysterion. We won't fight the new kid. They will. А? All right, new kid. Time to die. Let's get this little shit. Окей. Сейчас неожиданно было. Сейчас было очень неожиданно. Очень неожиданно. Так, я не знаю, сколько до конца у нас серии остается. Типа, давайте тогда в следующий раз это продолжим серию. Потому что я не знаю, сколько тут еще будет идти игра. Скорее всего, она здесь закончится. Да? Прервать серию или нет? Похер, погнали. Погнали. Будет больше сейчас идти, не страшно. А, то есть я не один буду, окей, окей. Sorry, Chaos. Unfortunately, Dr. Timothy can only dominate so many minds at once. Ох, жесть. Это жестко, это было неожиданно. А почему Кенни стоит, ничего не делает? Come on, the new kid. Вообще неожиданно, на самом деле. Я не буду сейчас против них драться вообще. Плюс против своих еще. Get that traitor. Черт, они могут угадошить-то так. Such savagery, such grace. You're a noble beast, Cruz. Так, мне нужно этого обезвредить. Back off, Dildo, keep out of my head. Так. And such singular wit. Мне нужно обезвредить этого телепата долбанного. Потому что он тут мешает всем сейчас. Так, ребят, я вам кровотек нанесу, сорян. Но типа... А на нем барьер, что ли, вообще? Ничего. А, я хрен чему сделаю, я понял. То есть у меня с вами только драться, ребят, получается. Ну, тогда дважды сорян. Я тут больше ничего не сделаю. Почему тут Картман-то вообще? А я сразу... А, я не доставал. Окей. Here comes call girl. Я не знаю, выживу ли я этих трех атаки от трех чуваков. Нужен ли мне Баттерс? Я думаю, нужен. Я думаю, даже мы вот так можем сделать. Как вариант. Да, мы так сделаем. Это нечестно, но детям будет больно. It's coming right for us. Можно эту штуку прокручить на самом деле? Минус дети. По-любому это смерть. Ну ладно, это в рамках игры все-таки все такое. Okay, that was pretty badass. А, даже так? А, нет, все-таки нет. Я думал, сразу все подохнут. Так, Кайл, сможешь что-нибудь сделать? The doctor infected my brain. But I'm back now, Fart Lord, and I'm ready to suck. Good to go, and so is my bug jar. Ну, а ты типа теперь за меня? Ну ты красавчик, чувак. Типа, это самое. А. Давай возвращать всех чуваков обратно в команду тогда. Тимоти. Так, Картман сможем отсюда достать? Но Картман не это, ему похер будет. Тогда давай этого. Отлично. Okay. Ты ап. Да, ты ап. И ты знаешь, что апну ты сделаешь? Ты юзнешь Моисея. What kind of two black magic is this? Еврей юзает еврейскую магию. Почему нет, на самом деле? Ха-ха. Самая эпичная серия у нас, короче, ребят.
все в этой серии использовали, прям вообще все, все что можно. Ну один ты ничего не сделаешь. Хасман. Oh, sure. Everyone go after the girl. I'm about ready to detonate some social media accounts. Так, у меня будет агрессия. Так мы его ударим, а так мы не дойдем. Давай бить. No password is too complex for call girl. Проиграл фон Дестройера, да? Лошара. Так. Дробилку давай сюда. Now I see why you don't post pics of your lunch on Coonstagram. Mm-hmm. Так, и ты рывок свой сделай в завершение. А, не можешь, да? Так вот эту штуку достанешь. Lost the coon. Oh well. Карпан. Stop raping my mind, goddammit! All right, butthole, let's do this. Нах, нужно вообще всех победить, получается, да? Еще и своих, да, позовет? А далее доктора Тимоти. Special target. Okay. Встаешь? Всем крутяк. Ну, сдохнешь, сдохнешь, типа, сорян. У тебя мощная ульта, но сам по себе ты как бы это... тут уже не особо нужен. Покажи свою злость. Куда ты на... Ты классно переместился, чувак. Прям очень удачно. Очень полезно и все такое. Угу. Я не достаю Тимати отсюда, серьезно. Я же могу сюда встать, что я тупой-то. Дурак, дурак. Так, главное Тимати доставать. Я так никак не достаю. Нах, ладно. Тимати, Тимми, Тимми. Какой Тимати нафиг? Куда ты опять ушел? А, ну окей, ладно, не, недалеко ушел. Хэштег my turn. Хэштег моя очередь. Фон Дестройер, ты проиграл, чувак. Ого! На этот раз ты улетел далеко, я смотрю. Но у нас есть великолепный комар. Окей, он своих заблочил, красава. А черт. Главное это Тимми. На остальных можно срать, плевать и так далее. 142, 115. Это мощнее, я так понимаю, да? Куда теперь? Ближе к Картману пришел. Ну ты красавчик вообще на самом деле. Молодец. Что? Какого хрена? Ты вне боя юзаешь способности? Вне хода? Ты офигел что ли? Так, покажи свои когти, киса. Go tell everyone you cut yourself manscaping. Так, зачарованный против нас. Блять, только не хил, ну сука, ну нет, ну какого? А, ну Кайл, дерьмо. Ломайте Кайла нафиг. Так, Кайл теперь будет только ее бить. Так, ребят, вы нужны мне в бою. Так, 172. 172 тоже. Давай так.
Смог? Ах, 7 хп осталось. Ну сейчас он на нас в сторону придет, окей. А, щит не пробил, сука. Он щит поставил и кровотек его не смог добить. Не круто, не круто, вообще не круто. Так, во-первых, ты. Очень мало урона, если так сделать. Тоже мало, но сойдет. Так. Ты даже так их убить не можешь. Давай ультой, короче, этого долбанем. Как такая идея? Он под жопу у него еще будет. Вообще в этой серии, короче, мы вообще все смотрим. Все, что было за игру, все мы в этой серии посмотрели. Прикольно. Но она очень долго получается. Очень долгий лоу-плей. Что, починять опять будешь или что? Что? Ты что-то сделал? Ты пришел к Карпману, чтобы получить люлей, что ли? Король троллей? Ага. Похеру, спасибо. Как и было задумано, собственно. Я ж могу сквозь них проходить, по идее? Да, да, могу. Отлично. Так, ты огребаешь, чувак. Мне кажется, Попердень тебя добьет. Если ты не улетишь на другую часть карты. Пытаюсь как могу. Серьезно, не достаешь ни до кого? Вообще ни до кого не достаешь. А, хотя только если так. О, ты добиваешь, серьезно, красава. Девчонка победила в итоге. Единственная девчонка нашей группы победила в тиме. Красава. Тайная стала явным, козлина. Манускрипт лидера анкета доктора Тимати. Очень мало опыта дали, на самом деле. Ну, допустим. This is fantastic. This looks like so much fun. Yeah, I mean, Kun Lair has a lot of cool stuff too. But yeah, this is clear. Dr. Timothy was never our enemy. Серьезно? Согласился? He was trying to help us all. But how? With this. Oh my god. He's figured it out. It was Dr. Timothy's passion. He worked tirelessly on it. Franchise plan that involved everyone. Each hero got their own movie and TV series. Every hero mathematically equal to the other. Jesus, this is incredible. Timothy almost worked himself to death trying to come up with it. So while we were out trying to stick it to you guys, Timmy was actually trying to include us. Yeah, and then this kid nearly killed him. Я тут ни при чем вообще. Я не девчонку избил. Yeah, we're just using you guys. There's a $100 reward for this cat. And you wanted her to yourselves. Yeah, but not anymore. If we proved anything tonight, it's that we are the best when we are all together. Это да. It's too late for это that. Было. We all started as one team. We all wanted to be superheroes for the same reason. To sell our franchise and make millions of dollars. Let's be one team again. Какая милота, а? Ну-ка, no смотри. Let's get the reward money for this cat and use it together for one franchise. Yeah, let's do it. All right. But we're calling it Freedom Pals? Freedom Pals. And so, like, Timmy is sort of the leader of Freedom Pals? He's like the one in charge? Yes. Well, I think it's awesome. Honestly, Freedom Pals is a way better name than Coon and Friends. Freedom Pals. Freedom. Не верю. Картман согласился. Вы угораете, что ли? Tomorrow we get the reward money for Scrambles and we use it to kickstart Timmy's franchise plan. Так отпустили кота только что. Freedom Pals, retribution, but with inclusion. Fuck yeah, you guys. Let's do this.
Прошли игру. Серьезно. Вы же отпустили кота. Где 100 баксов возьмете теперь? А, стоп, еще моя же сюжетка, типа. Что мне подсыпают родичи? Так, ну-ка. Я, короче, серию разделю. Вы об этом узнаете уже в прошлой серии. Потому что слишком долго она получается. Все-таки сделаю... Ох, черт! Пап, мам, что за нахер? Какого х... And now, the news program that starts your day off right. Good morning, South Park! An attack on the SPPD police station last night has left citizens in shock and disbelief. У меня там кровь на кухне. Now on the loose and policemen in the hospital, one member of the Chamber of Commerce has had enough and is announcing his bid for mayor. The citizens of South Park deserve to feel safe. Safe from vigilantes. Картман, сука, какого черта? Together, we can free ourselves from the anal terrorism that has been forced upon us. My name is Mitch Connor, and I endorse this message. Картман стал президентом, вы угораете? Так, ладно, что у меня здесь происходит? Ох, ебать, это кетчуп? Какого хуя, блядь? В людях нет столько крови, вы чё? Я не понял. Типа, стоп, погодите, что за нахер? Don't you sometimes feel like you have no idea what to do next? Like you haven't been given any direction and you're unsure what's even going on. Но... My child, it's because you've been trying to find yourself. Я запутался, игра закончилась или что? Sexual identity or race or ethnicity. That's nothing compared to knowing who you are spiritually. To the pond, my child. Someone is waiting for you at the pond who will finally help you find your true self. True self? Что за нахер? Freedom pals. All freedom pals report to base immediately. I repeat, all freedom pals to base. Мощь ниже рекомендуемой. Что происходит? Чё за нахер? Я запутана. Кстати, да, у меня, кажется, шмотки-то были покруче. А, это санитар. Так, и это мы еще получили, да? Я запутался, короче. Я не понимаю, это будет в одной серии у нас или в разных, но посмотрим. Думаю, это попизже будет, да. Так, короче, две какие-то миссии получились. Смотрите, короче, эта серия на этом заканчивается. Скорее всего, у нас будет продолжение еще где-то на серию. На одну, на две. Я думал, в этой серии закончим, но, как видно, нет. Посмотрим. Короче, эта серия у нас будет на час больше, получается, а в следующей серии уже посмотрим и разберемся, как у нас что будет. Делить, наверное, не буду. Может быть, разделю, но тогда об этом я тоже расскажу, но вы узнаете, короче, это либо в прошлой серии, либо уже в этой, либо посмотрим, короче. Нет, давайте все-таки, да, я все-таки разделю, будет у нас две серии по полчаса примерно, по 40 минут. Вот, и, собственно, это я скажу в конце прошлой серии, когда обрежу резко, и также... В начале вот эту половину куска, которую вы сейчас досматриваете, получается, уже на следующий день, а не вчера, как планировалось у меня, вы тоже перед началом видео узнаете, что у нас было резкое разделение. Вот. Короче, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео и, собственно, подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать всякие новости и все такое прочее. Здесь, кстати, можно наверх подняться. Странно, что я этого еще не сделал. Ну ладно. Следующая серия, короче. Всем удачи, всем пока!